все, весна вступила в свои права, поэтому давайте приводить наши города и поселки на надлежащее состояние. Губернатор призвал всех жителей Приморского края выйти на субботник 6 марта, чтобы навести порядок на улицах городов и поселков. Предлагаю провести всекраевой субботник непосредственно 6 марта. Главы муниципальных образований, муниципальные предприятия обеспечили по каждому району, по каждому там микрорайону необходимое представление техники, пакетов для сборки мусора, вил, граблей, значит, необходимое количество пил для распиловки, особенно по тем городам, где прошел ледяной дождь, тех веток, которые сегодня практически в каждом дворе имеются. Главы муниципалитетов должны подготовить инструменты и технику, создать все возможности для большой уборки. Сегодня свою деятельность начнут административные комиссии, которые будут контролировать, поддерживают ли предприниматели и собственники чистоту своих территорий. Прогулять не получится. За отказ от уборки сначала предупреждение, а потом штраф. Екатерина Зверева, Игорь Болтов. Новости на восьмом.